ну получается, там этот кран типа из двух частей, да, состоит? Этот? Ага. Я думаю, что внутри одно, вот это только без носика, вот, отключается. Это за меня полностью сейчас. Я тут перекрыл, сейчас не капаю, сейчас же все равно буду снимать, будет литься вода. Давление-то небольшое, но... Да, не держит вентиль, как вы говорили, что не держит. Пакет молока 27 мл. Это вообще не понятно. Ну, так он звонил, Наташа, лишь? Ну, слышно, ругается в подвале. Я не заходил. В шахте лифта даже слышно. Ну, это хорошо, что так. А если вдруг, не дай бог, обрыгнет? Так вот эти 40 каналов они что-то кидали, потом ты поставить комнату? Надо будет сфотографировать, отослать ей и перезвонить, как только что поставят. И они что-то придут и сделают. Что-то типа такого. Ну, хоть ветерок немного есть, а так нашего припарива. А что-то с рукой там на полу лежит. Коричневая? А это ваша, наверное, сумка, да? Коричневая? Да. Ну, да, моя. Посмотрел. Упала, наверное.
все равно обои трех яиц, оно не так. Чуть-чуть. Это сильно. Он не мог открутить, боялся, что трубу сломаю. Там и должен быть. Ну вот такой скрутёлкой. Звони, пусть открывает. В принципе, сейчас докручиваем. Пару минут. Я тебя подожду, пойду туда.
сейчас он трубку положил, наверное, перезвонит. Да? Наверное, продавец, походу, с кем-то разговаривает. В общем, капель надо алюминий 2 на 2,5, короб к нему и коробочку какую-то под автомат, и автомат двухполюсный, там 2 на 16. Да, да. Спасибо.